Доброе утро, друзья. Вот вы видите пробуждение наших деток, наших маленьких львят и тигрят. Сейчас они проснутся, приготовят завтрак, и мы будем их кормить. Вот они уже просыпаются, подтягиваются. Маленькие котята. Только раскрыли глазки, еще сонные. Кто-то там даже не хочет просыпаться. Как хочется понежиться после ночного сна. Сейчас мы подготовим завтрак, и я вернусь их кормить. Наших деток можете посмотреть: рубленная прекрасная говядина, свежая с кровью, и индюшатина. Угу. Дети, мясо, пожалуйста, мои родные. Дети, мясо, 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 скорее просыпаемся. Просыпаемся, мои родные, мясо, 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 да. Каир, иди есть мясо. Нет, да, пожалуйста. Еще один не готов. Не забираем чужое, берем свое. Пожалуйста. Иди. Дети, у каждого своя миска. Имейте гражданскую совесть. Приятного аппетита. Потом я приду, поиграем. Они-то и засыпают под едой. Они долго, да, просыпаются? Нет, в 7 часов они уже играются, просыпаются. Потом уже ж у нас идут туалетные процедуры и кормление молоком. Молока выпивают уже меньше, чем раньше. Грамм 100-120 всего лишь. Ну и вот... В 9:30 у нас первое кормление мясом. Едим мы еще 5 раз в сутки. Ну, будем скоро переходить, наверное, на 4-разовое питание. В день съедают около 0,5 килограмма мяса каждый. Угу. Так что в финансовом плане можете посчитать, сколько это выходит. Если мы мясо покупаем сертифицированное только в магазине, оно стоит больше 500 рублей килограмм, чисто мякоть. Пожалуйста. Нет, ешь. Они уже хотят играться. Да, они уже играют между собой, ну и, естественно, пытаются со мной немножко играться. Хочу попросить ваших подписчиков помощи подбора имен. Вот для тигров. Львята у нас уже вроде бы вопрос решен. Для тигров у нас есть Таймыр и Тайга. Нам нужно еще имя одной девочки, чтобы оно было связано с севером и имело имя на букву Т. Я думаю, наши подписчики быстро справятся с такой просьбой. Очень хотелось. Пожалуйста, ешь.
Ешь. Вот. Не, ну куда ты идешь? На коленках можно. Или разумеешь, или внутри. И вы у нас чуть постарше, поэтому они более активно себя ведут. А тигрятки ухватили кусочек мяска и дружно его едят. Не будем мешать продолжению банкета. Дети, не отвлекаемся. Пожалуйста, дайте я закрою дверь. Все, не надо носить мясо по всей комнате, есть миски. Спасибо, Таня Ивановна. Пожалуйста, я тебе сейчас покажу.